Добрый вечер всем, кто любит футбол вообще, прежде всего, ну, наверное, и себя в футболе, и футбол в себе. Любите футбол по-разному, он вам ответит взаимностью. Мы с вами в Грозном сегодня на матче Мелбет первой лиги 5-го тура между Аланией Владикавказ и Енисей Красноярск. Эти команды сегодня встречаются здесь, на стадионе имени Султана Белимханова, спортивный комплекс имени Султана Белимханова в столице Чеченской Республики. В последние годы домашняя арена для Алании, ну и Ахмат-арена тоже принимала владикавказцев. Скоро ждем свистка Анопы и начинаем с центра поля. Бригаду судей представил, давайте к командам переходить. Алания, Енисей. Назад через Макарова. Макаров снова на Чочева. Диспетчер Алании ищет партнеров, отдает в штрафную и снова на фланг. Подача, здесь Антипин. 13-я минута. Прессинг высокий у Енисея. Не без проблем Алания, но выходит и шанс получает в атаке Долгов в ближний. Тарас Гаглоев это был. Прошу прощения. В прошлом сезоне 3 мяча, 3 передачи. Волгарь вылетел. Гильзидинов остался. Ой, момент может быть. Ну прострелить в ноженьку. Отвечает Енисей своим самым опасным моментом. Разобрался с защитником Савельев. Ломакин торопится. Ответная передача, и забивать можно! Солдатенко с претензиями. Быстро разыграли, и Григорьев. Есть ударочек у него. Но пока пушку свою расщехлять не стал. Масловский. И вот с левой Солдатенко. Это Ломакин. У него летит, так что... Заюлить может куда хочешь. Куда не ждешь. В случае вратаря скорее будет такая формулировка правильная. Чуканов, Ломакин. Ломакин снова с левой в ближний. И вздымается сетка. Кто-то там на трибуне мог подумать, но нет, это с внешней стороны. 3 минуты, из них 2 уже миновало. Или все, или ничего. Цесь. Из обороны выход Енисея. Побежали. Контратака опасной может быть. Ломакин. Перевести вот сюда на Гильзидинова можно. Ну-ка, Артур. Под левый удар и под перекладину. Шикарно! Енисейские красноярские львы. Вот это рык. Одна контратака, сплошная один. Грозный рык, который выливается в забитый мяч Гильзидинова. Под планку с левой тащи. 59-я минута. Енисей открывает счет. Первый мяч Артура Гильзидинова за Красноярск. Ну и как же протащил, а? Ян Цес, это он, двухметровый. То, что у Енисея в этом сезоне слабой стороной является. Вот такой вынос рискованный сейчас был от Ширяева. Снова Гильзидинов. Подача. Григорьев. В касание. Пробить Чуканов. Повтор момента. Гильзидинов на Григорьева. Григорьев играл на Ломакина. Но в итоге мяч к Чуканову прилетел. И... А вот момент, который был у Чуканова, когда пробил с правой. Юркий, техничный, крайне нападающий. У Савельева момент. Не было толчка в спину. Ну какой же момент у Савельева сейчас для того, чтобы все закончить и сделать 2-0. Максим. Все, свисток и 3 очка для Енисея. Поздравляем. Красноярцев уступает Алания снова дома. Второй матч подряд.